Приветус, амигос, почитала сегодня комментики под стримом Ханта, да под обзорами. Некоторые, ну, такую дичь пишут, что как бы видно, что люди не поняли вообще ничего об этой игре. Сейчас в этом видосе специально разберем, скажем так, тонкие механики. Ну, раз не все понимают, да, очевидные вещи, значит, это тонкота, но я так себе представляю. В общем, речь пойдет о тонких механиках. Начнем, значит, со сборки охотника. Об этом тут вроде поняли все, но на всякий случай пройдусь еще разок. Значит, не получится в этой игре так собирать охотника, что типа надо что-то на ближняк и что-то надо на дальняк, в смысле на дальнюю, на дальний бой типа. Значит, это, ну, теоретически возьмем так, типа я беру там, например, обрез какой-нибудь, это чтобы вблизи, если ко мне подбегут, стрелять. А вдаль я там возьму, ну, учитывая, если, допустим, у вас есть какой-то перк на два оружия, а вдаль возьму Винфилд или какой-нибудь пистолет, если перка нет, не прокатит. Когда вы собираете охотников в путь-дорогу, нужно учитывать следующее, что патроны из ящиков, я уже обговорил об этом на стриме, берутся в процентном соотношении от вашего максимума переносимого. Не в количестве, что вы обязательно возьмете 20 патронов, а именно там 30-40% и так далее. То есть, получается, что это для двоечников по математике, что чем больше максимум у вас патронов, тем больше вы будете брать боеприпасов из ящиков и из пачек. Да, нереалистично и так далее, ладно, идите в Тарков. Там реализмом сильно пахнет. Ну так вот, как, значит, надо быть? Здесь слева, смотрите, иконки, видите, маленький патрон. Да, здесь нету деления по калибрам, потому что, да, здесь не такой реализм. Здесь хардкор антиказуальный, но не реализм. Поэтому здесь нет вот этих 9 мм, 15 и так далее, ну, условно говоря. Есть маленький патрон, есть картечный, средний и снайперский. Но я их про себя называю. Видите, вот здесь он большой, калибр апперкот. И таким же патроном стреляет у нас Spark LLR. Вот он, то есть дальнобойная пуля. То есть, грубо говоря, через какое-то время вы усваиваете, что, например, если вы хотите взять Винфилд и иметь много патронов, вам нужен наган. К Винфилду. Можно наган с глушителем. Если вы хотите взять, если вы докачаетесь до этого уровня и хотите взять карабин Вертелли, Ватерли, ну я его Вертелли называю, потому что я его вертел, то вам нужен пистолет со средней пулей, и это Дольч. Где он здесь? Это, короче говоря, Люгер. Потерял. Вот он, Дольч, видите, средняя пуля. Ну, то есть, понятно, ничего сложного нету. Я это к тому, что разработчикам, наверное, все-таки стоило ввести какие-то патронташи в свою игру, чтобы охотников в путь-дорогу можно было собирать более в вольном стиле. То есть я вот хочу, например, дробовик и винчестер. Два оружия. Вблизи я босса убью дробовиком, всех своих врагов я убью винчестером. И это нормальное желание, я думаю, большинства игроков. И в то же время это не работает. В смысле, то есть, если вы как бы... Это можно, можете взять. Да, и патронов вам, скорее всего, хватит, потому что вокруг босса они там прям навалены. Подходи, бери, не хочу. Но если после успешной катки вы захотите почистить локу, вы задолбаетесь просто искать эти чертовы патроны. Это я вам гарантирую. Далее. Больше всего комментов про то, что нахрен нужна такая игра, где ты теряешь охотника насовсем. Игра как бы не про прокачку охотников. Охотник имеет максимальный левел 50. 40-й левел достигается за 2 удачные катки. То есть 50-й левел достигается за 3 удачные катки. Это понятно, что как бы... Надеюсь, понятно, что не сама цель прокачать охотника. Вам нужно именно прокачивать аккаунт, чтобы открывать новые пушки. А снаряжать новыми пушками, вот этими всякими классными мосинками, берданками, вот эти все вот этой ерундой, вы сможете даже самых донных охотников. Самых донных. Опять же, пришла инфа, что будет, если просрать все деньги, и у вас не останется денег на покупку охотника. Я в комментах уже от двух людей видел, что пишут, вам дойдут 4 охотника на выбор, один из них, ну то есть, все 4 для вас будет бесплатно, и вы сможете выбрать одного и купить его бесплатно. При этом у вас, естественно, на снаряжение денег не будет, поэтому вам придется играть с тем, с чем этот охотник будет. Но в то же время может случиться так, что в рандомит, и охотник у вас будет бачей за 400, а достанется вам он за бесплатно. Так, давайте на ходу сейчас во время этой сольной катки объясню вам кое-какие вещи поподробнее.
для тех, кто не ходит на стримы, но потом в комментах пишет, что игра какуля. Итак, какие вещи нужно иметь с собой желательно? Что-то на ближний бой, чтобы тихо убивать бомжей. Естественно, сейчас у меня будут полагивать, потому что я еще записываю одновременно. Аптечка, она открывается у вас где-то левеле, наверное, на 15-м или что-то около того. Можно 3 раза восстановить по 1 полоске здоровья, и красный шприц. Носить нужно и то, и другое, потому что когда в PvP вам снесут немножко здоровья, у вас не будет времени на то, чтобы встать и похиляться. Об этом это надо иметь в виду. Далее. Пишут, что игра симулятор кемперов, что типа всю катку надо сидеть. Сидят, вернее, всю катку на жопе и ждут в кустах, когда там придет новая жертва. Да, бывает и такое, но сидеть не обязательно. В идеале нужно вести себя тихо, но при этом не нужно сидеть в кустах. Любые вещи, любые шумовые встречи с воронами, с собаками, курицы, мобы, все это можно избежать. Игра очень сильно завязана на звуки, при этом откалиброван он в самой игре. Ну, как вам сказать, позиционирование хорошее. По градусам в хорошей гарнитуре игровой можно сказать, точно определить, с какого направления стреляли. Но насколько близко стреляют, хер поймешь. Вот кто играет в эту игру, те знают, что это большая проблема. Далее, мобы тоже ориентируются на звук. Смотрите, вот, вот эта бабка, например. Если идти или бежать, она натравит на вас мух. Но если к ней подкрадываться, и при этом она не будет повернута к вам лицом. То есть, если, конечно, она будет лицом, она на вас натравит мух, но уже перед самым-самым подходом как бы к ней. Если подкрадываться сзади, она, естественно, не среагирует, она ничего не сделает. Во-вторых, с этой бабкой расправляться вообще можно разными способами. Но видите, у меня потому что нож, и нож довольно говенная штука, надо было взять что-нибудь поубедительней. Во-вторых, бабка наносит урон мухами, и мухи дамажат только пока вы в этих мухах стоите. Если снести ее просто с разгона, разбежаться и ударить ей в башку, вы здоровье практически не потеряете. Но это на тот случай, если у вас тупо нет пистолета с глушителем. Самый страшный, самый злющий враг новичков, на котором они начинают сыпаться, паниковать, стрелять, шуметь и помирать, это броненосец. Сейчас найдем броненосца. Опять же, для тех, кто на стримы не ходит, я покажу, что с ним надо делать. Тоже можно убить его тихо при наличии какого-нибудь оружия на ближняк. Так, забираем точку, это 25 баксов на дороге не валяется. Точки часто у охотников бывают общими, поэтому долго крутиться у точки не надо. Если вы, конечно, не планируете сесть в засаду и хорошенько там посидеть от души. В идеале броненосцев можно сжечь. Это самый экономичный, самый быстрый вариант разделаться с броненосцем. Но при этом, когда моб горит, он орет. И слышно его достаточно неплохо в этот момент. С другого конца карты, или даже с середины, или даже с третьей, вас, конечно, не услышат. Но если кто-то рядом с вами на одной локации находится, они услышат точно. Иногда мобы начинают гореть, потому что они сами наступают в костры, в огонь, и это очень сильно сажает на чело, потому что думают, что кто-то его поджег, но он, сука, сам загорелся. Смотрите, насколько близко можно ползать к воронам, если не шуметь, опять же. Если бы я шел, или, не дай бог, бежал, вороны бы уже улетели, смотрите. То же самое расстояние, но ногами, видите, практически не двигался, а ни один черт среагировали. Вот, смотрите, ходит бабка. Допустим, у меня нет пистолета с глушителем. Что мы делаем? Либо мы подкрадываемся к ней, что долго, либо мы просто разгоняемся и всаживаем ей в башку. В идеале она должна была меня сейчас травануть. Не знаю, почему мухи не попали, но это их проблема. Грубо говоря, если у вас большие полоски здоровья, это прокатывает. Полностью полоску мухи вам сожрать не успеют. С маленькой полоской здоровья лучше так не делать. С маленькой полоской здоровья лучше подкрадываться. А вот здесь где-то сидит большой бронированный моб. Что мы с ним будем делать? Во-первых, его можно заманить на лампочку и поджечь, но сейчас будем не про это. Сейчас будем про то, что если у вас нет пистолета с глушителем, и вы на него нарвались. Подходим и втыкаем ему, подкрадываемся и втыкаем ему в ногу нож. Смотрите теперь, как он будет ходить. Видите? Больше он не бегает, он теперь еле ходит. То же самое можно делать, стреляя ему по ногам из пистолета с глушителем. Ну, дальше дело техники. Просто затыкаем ему ножом в хлеборезку, и вот он отъехал. Он отъехал с 5 ударов маленького ножичка, 2 из которых были по ногам.
Не особо сложно, не особо долго. Всего и надо, что первым его заметить, подкрасться и перебить ему ноги. И вот это самых два, собственно, вредоносных босса, на которых обычно все новички начинают шуметь и палить по ним. Бабка, к которой они боятся подойти, и броненосец, которого они случайно агрят и пытаются его по-быстрому застрелить, что у них, конечно же, не получается. При этом, в общем-то, как видите, я на месте не стою. Я уже сколько-то опыта нафармил. Я просто встречаю мобов и не обхожу их стороной. Я встречаю их и убиваю, получаю за это очки. Далее слышал интересный комментарий по поводу того, что в игре херовый пинг, потому что пуля летит долго, типа в голову. Но это, ну вот, грубо говоря, смотрите, как это происходит. Бам, то есть отчетливо слышно, что сначала происходит выстрел, потом через какие-то миллисекунды моб падает, если вы, конечно, попадете в него из этого дурацкого кривого пистолета, вот. Это не дело не в пинге, дело в сеттинге игры. Здесь конец 19 века. На дворе. Начальная скорость пули пистолета наган 300 метров. И здесь вам не Counter-Strike, где пуля летит со скоростью света и просто, не знаю, сразу сносит чувака в голову, при том, что вы в голову ему даже не целились. И когда я говорю, что в этой игре приятно стрелять, я как раз и имею в виду именно такие вещи, как скорость полета пули, дальность эффективной стрельбы. У многих пушек здесь очень чувствуется, что чем ближе ты стоишь к цели, тем больше дамага ты наносишь. И это, в свою очередь, порождает очень интересные PvP-замесы. Они не похожи на Counter-Strike, и именно этим они, наверное, в первую очередь мне и нравятся, что они более тактические, нежели прыгать, стрелять и рандомно попадать друг другу в голову. Также, насчет того, что эта игра симулятор кемперства, симулятор гуков. Да, партизан в игре действительно очень много. Засады тут бывают очень часто. Когда вы несете душу, вас действительно могут убить с высокой вероятностью. Или когда вы идете к боссу, может пройти то же самое. Но с опытом игры вы запоминаете объекты, дома, локации, вы примерно начинаете представлять, где сидят гуки, где они потенциально могут быть, потому что вы сами частенько посиживаете в тех же самых местах, когда ждете людей с добычей. Да-да-да, так это и происходит. Я вам даже больше скажу, что на подобной механике построена целая игра, Rainbow Six Siege. Именно поэтому я в нее не играю, мне не интересно штурмовать один и тот же сарай, где люди сидят по комнатам. Здесь практически то же самое, только в масштабах большой открытой карты. И засады там не сидят в одних и тех же комнатах, они сидят в одних и тех же сараях, ну или в разных кустах. Ну то есть здесь гораздо более широкая вариативность, при том, что PvP геймплей здесь по сути тот же. Кто-то в засаде, кто-то нет. Поэтому если не отвлекаться, не распиздяйничать, не балаболить всю катку, а играть вдумчиво и прислушиваться, все будет нормально. И главное не делать, как вот эти джентльмены, которые думают, что сейчас они в карету прыгнут и уедут. Ни хрена подобного. Ну и, конечно же, стоит помнить о том, что игра все еще в бете, поэтому сервера перезагружают по 3, а то и 4 раза в день, как всегда не вовремя, поэтому не стоит удивляться, если одна из ваших каток закончится вот так. На этом с Хан Шоудаун, в общем-то, все. Если не завезут каких-то новых механик, а я бы посоветовал разрабам развивать именно PvP-тематику, потому что мободрочество очень быстро надоест, тем более пропадет смысл играть, когда аккаунт будет прокачан полностью, поэтому нужно завозить какие-нибудь катки типа 5 на 5, команда на команду и все в таком духе. В общем, пока не появятся новые механики, видосов, я думаю, больше не будет. То ли дело стримы, вот они могут быть. Короче, как обычно, что-нибудь жмите, что-нибудь пишите и все такое.